Коллеги, рядом со мной Андрей Скрипник, компания ГРАС. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, вы спикер нашей деловой сессии, она начнется совсем скоро. Хочется узнать о теме. Тема на самом деле очень обширная, от эко-маркировки до того, как вообще в условиях такой неопределенности выпускать что-то экологичное и полезное для окружающей среды. Понятно, что не хочется нам раскрывать все, но вот кто посмотрит нашу сессию, вот наше видео, захотят посетить эту сессию, вот и будут желать это услышать, может, какие-то тезисные моменты. Да, конечно, мы поделимся личными секретами, как в современных реалиях выпустить очень необычный продукт, экологичный. То есть обычно в такое время все сворачивают бюджеты на какие-то маркетинговые такие ходы, но для нас, для нашей компании экология – это часть философии. Экология – это даже не тренд, а какая-то необходимость в современном мире, поэтому мы продолжаем работать над экологичным проектом. Мы выпускаем большой проект, 13 SKU, 13 позиций продуктов, получившие сертификат «Листок жизни». И мы рассказываем, как нам удалось при всех самых неудачных стечений обстоятельств остаться в среднем ценовом сегменте, как нам это дается. Все тезисы мы раскроем вот в ближайшей сессии. Похоже на какую-то магию. Абсолютно все бренды стараются экономить, стараются заморозить какие-то проекты, чтобы не делать поспешных каких-то решений и шагов. А вы делаете новые SKU, вы выводите новые продукты на рынок, при этом при всем максимально экологичные, отмеченные листком. Спасибо вам за это и удачи на выступлении. Спасибо большое, взаимно.